В Пекинском университете открылся бизнес-инкубатор. Площадка поможет студенческим стартапам в реализации коммерческих проектов. Центр будет открытого типа, туда сможет попасть любой студент из любого вуза мира. Площадка заработает в конце этого года и займет отдельный учебный корпус в 5000 квадратных метров. На торжественной церемонии открытия бизнес-инкубатора ректор Пекинского университета Лин Динхуа заявил, что центр будет оказывать студентам техническую и финансовую поддержку, а также поможет им установить связи с потенциальными партнерами и клиентами. Мы хотим предоставить студентам место, где они могли бы получить хорошую практику. Если у молодого человека есть хорошая идея, он сможет ее здесь реализовать. Предпринимательскому образованию на данный момент уделяется огромное значение во всем мире. В Китае на протяжении долгого времени на первом месте была теория. Инновациям и практике уделяли всегда меньше внимания. И с помощью таких проектов, как бизнес-инкубаторы в вузах, мы можем заполнить этот пробел.